Ребятки, всем доброе утро. Мы с Сёмкой сходили в поликлинику, сдали кровь, теперь записались еще на 30 число, ну, чтобы просмотреть анализы и Сёму послушать. Да, Сёма сейчас кушает, Серёжа спит, у него температура всю ночь была 39,6. Короче, Серёжа болеет почему-то намного чаще и с высокой очень температурой. Ой, мой зайчик, вот кашли хорошо. Молодец. Вот, и нужно теперь, получается, завтра мы дома сидим. Сегодня, ребятки, я не знаю, сегодня сюда смотрела стульчик, который я жду, как и вы, уже очень долго. Кушай, зайка. Он сегодня был в Тюмени и уже отсортирован, поэтому я надеюсь, что он сегодня хотя бы к вечеру придет, и все оставшиеся мои там еще плюс две посылочки. Вот, надеюсь, что сегодня будут... В пункте выдачи я схожу за этими посылочками и с вами соберем стульчик, потому что этот я Сёмке хочу уже убрать, его просто нужно почистить. Мы же сняли вот эту вот из замкожи или из чего она была, накидку, потому что она вся разодралась. И теперь мы пользуемся им просто так. Но туда после каждого приема пищи столько всякой фигни залазит в эти маленькие щелочки, что потом неудобно чистить. Вот я хочу уже его полностью помыть и убрать. Вот. Да, Сём? Я сегодня списывалась с утра, кстати, уже с мужиком, который нам делает кухню. И уже назначили дату установки, поэтому... Ой, я вот этого вот очень ждала. Да, именно даты установки, поэтому... Но это достаточно-таки скоро, но уже в декабре. Что, зайка? Всё, будешь слазить? Наелся? А что хочешь? Знаешь, что сейчас с тобой... Ой, шоколадку надо маме заказать из самоката. Да? Что... А, мы с тобой не зашли, потому что еще было рано, точнее. Ну, давай, помогу тебе слезть. Ребятки, смотрите, еще забыла вчера вам показать. Это чайничек для заварки. Это из Галамарта. А, в общем, мы когда с Серёжей вот ходили по торговому центру, гуляли, я его увидела, и мне вот так захотелось, но почему-то там не было в коробке его, он был просто один вот такой выставочный, как бы. Вот, я попросила маму, у нее там рядом, чтобы она зашла, посмотрела, и если есть, то купила. Ну, вот она нам его привезла, получается. Вот такой вот обычный, простой, открывается, закрывается, в общем, все круто. Ничего лишнего, и понравился мне он. Сейчас его хочу помыть и заварить себе чай, у меня там есть вкусненький. Мы с мамой из Сочи привозили, вот, и думаю заварить. А пока мои мальчики. Один лежит в телефоне с температурой, второй только проснулся, пообедал. И тоже сидит в телефоне, мультики смотрит. Я хочу домонтировать, ну или хотя бы постараться немножечко озвучить дальше видео, потому что я сейчас редко одна остаюсь, и в ближайшее время опять не останусь, потому что мальчики заболели, и гулять их не отправить. Вот, и нужно как-то монтировать, а так придется озвучивать. Я уже смонтировала и ремонтный влог, и про планирование смонтировала, даже он уже для вас вышел, а ремонтный выйдет, не знаю когда, посмотрим. Вот, короче, будем сейчас сначала первым делом заваривать чайник, ну, сначала мыть его, конечно, и там уже... Посмотрим. Мне только интересно, как эту пружинку снять. Попробовать. Ладно, сейчас разберусь, заварю. У нас, короче, вот так вот проходит день в полном бардаке. С разобранным диваном, с раскиданными игрушками. Ну что, мальчики болеют. Ну, Сёмка хорошо себя чувствует, правда? О, божечки, раскидывает игрушки поэтому. Да, Сём? Во что с тобой поиграем? Да? Ты что, молоточек бери, будем что-нибудь забивать. А я, знаете, ребятки, в полном разочаровании. Потому что заказ на Wildberries пришел, но не тот и не весь. Пришла там видеоняня, но я за одной видеоняней не пойду, потому что она мне как бы... Ну, хочется, конечно, посмотреть, проверить, но не так сильно, как этот стульчик. Вот, и завтра-то уж, надеюсь, он точно придет, потому что... Они были отсортированы все вместе. Я думала, ну вот, они сейчас все вместе поедут на пункт выдачи. Но в итоге видеоняня приехала, а стульчик и второй заказ не приехали. Короче, очень печально. Я уже столько его жду с 14 ноября.
И для меня что-то в этот раз прям доставка на Валберсе какая-то очень долгая стала. Ну, наверное, все-таки из-за того, что Новый год и очень много заказов. Скорее всего, из-за этого. Ладно, будем ждать и надеюсь, что завтра во влоге мы с вами соберем Семкин стульчик и уберем тот старый, наконец-таки. Чего я очень-очень жду. Сем, ты ждешь стульчик? Стульчик ждешь? Нет? Как так? Тебе не надо стул? Там Сережа тиктоки на заднем плане орут, блин. Просто веселый день. Мальчики болеют, а я хожу тут. Ну, просто уделяю время Семке, потому что ему что-то в эти дни прям очень-очень сильно хочется играть только со мной. И особо по дому ничего не делаем, как обычно. У нас, короче, больной влог.